Девчоночки, всем привет! Сегодняшний заказ у меня будет по каталогу номер 4 компании Avon. Заказ у меня такой был достаточно вместительный, пришла большая коробка, и, к сожалению, много продуктов пришло попорченных. То побитые крышечки, то помятая коробочка. Сейчас я вам покажу, у меня вон там такая вот красота есть. Подснежники у меня распустились, мы их выкопали с мамой, пересадили в горшочек. Потому что сейчас идет 8 марта, и, как обычно, дети у нас их смыкают. Поэтому мы с мамой выкопали, чтобы порадоваться этой красоте. Пахнет неимоверно просто. И да, начнем мы с вами с уходовой косметики. Как вы видите, у меня здесь представлена линейка Natural. Заказали у меня 8 умывалок с огурцом и чайным деревом. Очень было хорошее предложение в этом каталоге. Продукты были по 19,99. И у меня заказали очень много по моей наводке. Знаете, как я поступала в этом каталоге? Там, где хорошее предложение, я клеила стикеры и писала там, например, на этих стикерах «Выгодная цена», «Такой цены больше не будет». И люди обращали внимание на эти заметки. Я просто выбросила сейчас этот каталог. Я не могу вам показать. А новый я уже так же сама сделала. Только отдала уже на растерзание клиентам. Поэтому у меня даже нету, как вам это все дело представить. Но вы не стесняйтесь. Вклеивайте людям на хорошие акции стикеры. Многие просто этого не замечают. И вот, да, у меня заказали, как вы видите, с линейки Naturals 8 умывалок. Также у меня заказали вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь аж тоников. Также у меня заказали с этой линии 5 масочек для лица. Давайте сюда поставим. И 5 кремиков. Вот так они выглядят, эти кремички. Эти кремы идут не фольгированные. Вот так он выглядит, беленький. Очень легкий, приятный аромат огурчика. Крем идет матирующий. Не знаю, у меня только хорошие отзывы об этой линейке. Именно с огурцом и, скажите мне, чайным деревом. Потому что у меня умывалка такая была, маска была. Я довольна, справлялась хорошо со своей задачей вся эта линия, поэтому я могу порекомендовать, тем более она бюджетная. И вроде бы, сейчас я посмотрю, что мне пришел шестой каталог. Да, вроде бы как в шестом каталоге обратно будет на нее скидка, но вроде бы по 25 уже будет. Обратите внимание, я думаю, это, наверное, последний раз, пока до лета будет такое предложение на эту линейку, потому что линейка хорошая, пользуется спросом, и, как вы видите, у меня она явно в этом каталоге спросом попользовалась, и я могу вам порекомендовать. Ненавязчивый аромат. Умывалка вообще хорошо очищает кожу, ее тонизирует, освежает. Вот такое чувство после нее. Тоник, ну и то же самое. Единственное, мне чуть-чуть смущает подкрашенная водичка. Я просто, как вы по некоторым видео, я думаю, заметили, меня это смущает. Но ничего, это такое. Сейчас без этого никуда. Маска мне тоже раньше нравилась очень. Ну, хотя сейчас я Planet Spa заказывала. Planet Spa мне что-то не нравится. Она не слазит полным пластом, а слазит кусочками. Вот это меня стало немножечко разочаровывать. Но, в принципе, не знаю, как это. Я себе маску не заказывала. Заказала только тоник и умывалку себе. Поэтому я вот насчет масочки ничего не могу сказать, как она сейчас. Так что да, вот эту линейку я могу порекомендовать. Также у меня с линейки Naturals заказали, давайте, наверное, возьмем шампунчик. Шампунь Natural, бесконечная свежесть, 2 в 1. Это шампунь, ополаскиватель с имбирем и манго, 250 мл. Ну, как заказали? Это заказала я своему молодому человеку, этот шампунь, так как у него закончился, поэтому да.
Я наслышана очень много хороших отзывов о нем. Вот девушка, которая... Канал ее называется «Свет в оконце». Очень тоже советовала, мужу своему заказывала. Вот и я как-то под влиянием ее мнения взяла, решила тоже молодому человеку заказать этот шампунчик. Мне вообще нравится с этой линейки шампунь очень с абрикосом и маслом ши и с гибискусом и малиной. Обожаю. Гибискус и малина дают такой объем, я не знаю, копна просто на голове после него. Очень хорошо вымывают волос, мне нравится. И вот этот масло ши и абрикос очень волосы такими кажутся напитанными, увлажненными. При том всем тоже имеют объем и все это дело. Так, следующие продукты, которые с линейки Avon Naturals, это пришли мне вот такие вот спрейчики. Маракуйя и пион. Это мне пришел в наборчике с трех продуктов. И следующий, это пришел вот такой вот с гранатом и манго спрейчик. Но здесь уже маленькое у меня есть расстройство. Мне пришла разбитая крышечка. Это заказала, вот это мой, я заказывала его на продажу. А вот этот вот я заказывала клиентка, но у меня есть вот такой же самый колпачочек с моего спрея нового, тоже у меня стоит один в запасе, поэтому я сниму оттуда и прицеплю ей, потому что также я не отдам, это не очень. Следующие продукты, которые я заказала себе и один на подарочек, это новиночка, да, крем для рук, вот Avon Naturals, тоже цветущая сакура. Здесь 75 мл. Я заказала себе один в сумочку, а второй так уже подумала заказать маме молодого человека. Думаю, на праздник маленький сделаю ей подарочек. Поэтому, да, вот, такой, вот такие кремики взяла. А давайте посмотрим, как они выглядят. Вот такой белый, да. Это будет мой кремик. Наметили его, вымазали. Ой, очень легкий, приятный цветочный аромат. Приятно так втирается в кожу рук. Мне очень понравился. Следующее средство, которое я вам покажу, это будет тоже с набора из трех средств. Это гельчик для интимной гигиены. Он с соком алоэ и экстрактом ромашки. Здесь идет 300 мл. Так, что здесь заявлено? Освежающее, очищающее средство для женской интимной гигиены. Кстати, да, вот этот наборчик очень выгодно стоит. Считайте, выгода с каждого продукта на 10 гривен. И да, что хотела сказать. Было у меня такое розовенькое, стандартное, с цветочным ароматом. Мне не очень оно понравилось. Решила попробовать вот такое. Тем более, сейчас у меня закончилась интимка, и финансы поют романсы. Поэтому Palmolive свое любимое, пока я не куплю интимку свою любимую, точнее. А вот этот вот хочу попробовать, как он будет работать. Следующий продуктик, это Footworks, здесь 75 мл, такой дезодорирующий спрей для ножек заказывает у меня мама молодого человека, они пользуются вдвоем, сейчас у них есть уже такой новенький. Мы решили заказать еще такой вот, один такой точнее спрейчик, пускай стоит. Так что да, вот им нравится, говорят, справляются со своей задачей. Следующее средство, это у нас будут средства так, от Avon Kea. Заказала я себе вот такой вот кремчик для рук. Розовый жасмин крем. Так, я думаю, эти кремы все заказывают, всем они нравятся. Здесь просто божественный цветочный аромат. И вот такой бальзамчик опять же мне заказала та же моя подруга. Маленький, очень понравился аромат, как он пахнет, так что да, заказала обратно у меня подружка. Следующее средство тоже у нас от Avon Kea, это пчелино-маточкиное молочко, бальзам для губ, он имеет SPF 15, я думаю, это классно уже на теплеющее время года. Это заказала у меня подружка, я могу спокойно открыть. Давайте так аккуратненько. Вот так он выглядит, маленький такой, кроха. Вот такой носик имеется. Здесь 10 мл. Ну, я думаю, так как он густенький, его довольно-таки мало нужно и надолго хватит. Приступим к следующей тоже средствам по уходу.
Это заказали у меня мои близкие люди. Опять же, у меня вот эта коробочка пришла побитая от большого груза. Это заказала мама моя, ультраувлажнение, увлажняющий крем для лица с SPF 15. Сейчас теплеет, и мамочка взяла такое вот средство. Тем более, я имела в этом каталоге 5 купонов, да, но потратила с них 4. И мама, мы заказали вот этот крем всего лишь за 69 гривен. Там было предложение, поэтому, да, вот такой крем. Следующий крем тоже, который у меня заказали... ультрапитание уже с линейки, это крем для кожи вокруг глаз. Я тоже предложила этот купон, то есть клиентке, и она воспользовалась. Вот ничего не скажу, вот этот у меня был в миниатюрке, мне понравился, хороший крем, и подружке я своей такой дарила, ей тоже понравился. А вот этот вот я не знаю, ничего вам не скажу по этому крему для век. Следующий у меня заказал мой молодой человек своей маме на 8 марта. Она хотела очень попробовать. И он заказал. Это идеальный лифтинг. Тоже кремик от New Clinical. Система 2 в 1 для кожи вокруг глаз. Крем и гель. Здесь такой вот он двойной идет. И последнее, наверное, с такого с ухода, это заказала мама молодого человека средство для снятия макияжа. Вот это вот беленькое, обыкновенное. Не знаю, мне нравится обыкновенное средство. Ничего, конечно, в нем особенного, но оно справляется со своей задачей. Правда, немножечко пощипывает глазки, но ничего страшного. Я думаю, в этом особо нет. Давайте переходить плавно, наверное, к декоративке. Заказала я себе, давайте возьмем, это будет гель финиш, лак для ногтей, это новинка, Coral Shimmer называется, вот такой вот лачок, немножко он меня разочаровал, он более пришел оранжевато-красный, нежели коралловый. Можем сделать, кстати, с вами сводчик, вот такой вот. Не, думаю, красота. На лето будет идеальный лачок. Перейдем с вами теперь к декоративной косметике. Заказали у меня вот такой вот. Тоже я предложила девчонке, постоянной клиентке, по купону заказать набор. Но духи я буду отдельно уже показывать. И в этом наборе состоял вот такой вот от Lux блеск для губ. Бежевый. Красивый очень такой блеск. Я думаю, ей понравится. Следующее, что у меня заказали, это были вот такие вот Everglow. Так, это у нас бронзирующая пудра. Так они выглядят. Подруга мне спокойно все разрешает. У меня, короче, мои клиенты, большинство, которые не знают, что я снимаю видео, поэтому разрешают. Ну, понятно, свочить нет. Это я и сама даже не буду. Вы что? Это как-то... как так сказать? О, там раскрошенное что-то. Ну, и как обычно, в Эйвоне. Короче, они знают, что я снимаю, они мне разрешают смотреть, конечно, открывать, но вот свочить это уже как-то свински, поэтому я нет, я никогда не буду чужое свочить. Капец, смотрите, какая крошка посыпалась с этих румяшек. Ладно, надо будет их струсить, тут-то вообще капец какой-то. Наверное, коробка была забита, и оно там все уже... покрошилась от веса, что вот такие вот румяхи. Я ими не пользовалась, не знаю, а вот, знаете, крошку сейчас возьму, попробуем. О, ну бронзируют они, конечно, конкретно. Это такие, либо как бронзер, либо на лето придавать сияние лицу, потому что оттенок такой матерый, как на сейчас. Следующий продукт, который мне заказали, это заказали по моей же наводке от Color Trend вот такую вот тушку в коричневом оттенке, здесь идет 7 мл, очень классная тушь, мне нравится, как она работает, хорошая, достойная все-таки тушь.
Так, следующее у меня заказали две туши. Это супер длина акцент. Это шли тушки в наборе с туалетной водичкой. Набор стоил 99 гривен вроде бы. Поэтому выгодный был наборчик. Такие, ничего не могу сказать по этим тушам. У меня не было. Я не знаю, как они работают. Поэтому да. Также у меня заказали, получается, три помады. Две, наверное, я вам вставлю картиночки на эти оттенки. Это Tender Mauve и Soft Coral. Это помады были с линейки совершенства, вот эти, которые в красненькой. Также мне заказали помаду, которую могу открыть, все-таки вам показать. Оттенок, я не знаю, здесь даже не видно, как он называется, я напишу. Он такой оранжевенький. Вот такой оттеночек хороший заказали. У меня помада сливовая вербена с этой линейки. Сначала мне не понравилась, она, конечно, горчит конкретно. Но вот как она все-таки на губах себя ведет, со временем я приловчилась, мне понравилось. Давайте перейдем. Пришел мне подарок. Плавно вот как раз мы и перейдем. Вот это вот такая линейка с декоративки туалетные воды. Пришел мне подарок. Packer Up с 3D объем линейки помада. Я ее тоже открывать не буду. Пришел вообще такой, видите, малиновый-малиновый оттенок. Это не мое. Я попытаюсь ее продать, конечно. Такой, даже не знаю, кто такой будет пользоваться. У меня, конечно, есть одна клиентка постоянно, которая вот покупает такие помады. Попытаюсь предложить ей за такую цену, как говорится, смешную, лишь бы продать. Но не факт. Сначала закажу пробник, чтобы она могла потестить. И сама потестю, а вдруг мне подойдет, мало ли, знаете, ну, всякое бывает. И пришла же, получается, в этом наборе. Я сделала, не помню, как называется эта акция, что-то такое для представителя. И пришли мне эти два товара, помада и туалетная водичка за 20 гривен. И пришла мне вот эта вот водичка, Little Black Dress, Fresh, или как она, не буду коверкать. 50 миллилитров здесь, получается, оригинал пришел. Пока месяц открывать не буду, пускай стоит в запасах. Не знаю, у меня есть пробник, но как-то раньше мне нравилась она, сейчас что-то я так пользовалась, не очень она мне удовлетворила, не знаю. Что-то я ее чьи разлюбила, чьи я не знаю, что сказать, короче. И да, пришла мне допоставка. Я ждала уже два каталога, наверное, эти водички. Пришли мне такие парсивчики маленькие. Эти, которые, скажите мне, со спрейчиками. По 10 миллилитров здесь. Так что клиентка дождалась своего жданного заказа. О персиве говорить много не надо. Это такое классика, многим нравится. Многим не нравится, ну, короче, да, у меня тоже был полноразмерный, ну, как-то мне осталось там немножко, но я не могу его допользовать, у меня просто уже не хватает на него сил и вообще. Следующее, что мне заказала клиентка, моя подруга, по моей наводке на лето, это была туалетная водичка Saint Essence Sparkly Citrus. Короче, я открывать, наверное, не буду ее. Вот так она выглядит. Сейчас вам покажу, там я увидела сзади в каталоге есть. Вот она, вот эта вот зелененькая, которая. У меня такая была, она классно пахнет лаймиком, свежая. Ее вам на 3 месяца лета обалденно хватит. У меня сейчас у бабушки я оставила, там остался в пальчик. Я думаю, приеду, допользую, привезу какой-то другой. На заменку ей оставлю парфюм, который у меня уже заканчивается летний. Так что да, классный аромат, легкий, я не знаю, мне кажется, он всем нравится. Да, так, следующие, которые у меня товары пришли, вот это с этими тушами в наборчик, это были две водички Little Black Dress, у меня тоже такие малютки есть. Ну, пришли, это капец, посмотрите, в каком они состоянии. Я не знаю, как я буду давать клиенткам, мне как-то стыдно, неловко вообще. Ну, что поделать. Я думаю, тоже открывать их не буду. Все знают, как эти малышки 30-миллилитровые выглядят. Аромат вот Little Black Dress, это вообще классика Avon. Поэтому я думаю, этот аромат тоже многие знают. Также у меня заказали вот такую парфюмированный
ну не водичку, даже спрей для тела. Это аромат туморов. Шел в наборе с вот этой люксовым блеском, вот этим вот, который по купону заказала у меня моя тоже постоянная, как я уже сказала, клиентка. Эту водичку открывать, конечно, не буду. И пришла вот такая вот по предложению аромат In Bloom из Today, Tomorrow, Always. Там было предложение на покупку кремов от NU. Я как раз таки приобрела, я думала их две взять, но все-таки потом подумала, зачем, ладно, возьму пока вместе одну. Не знаю, как этот аромат пахнет, я никогда его не пробовала. Так что, да, это весь, нет, не весь, подождите, еще у меня есть одна водичка. Attraction, ее тоже я заказала себе по купону, это уже себе, вот ее сейчас мы откроем, потому что ее я планирую вот сейчас весной пользоваться, мне безумно нравится этот аромат, я просто балдею, тоже видите, пришла побитая упаковка, ну хорошо, что это водичка моя, как ее открыть, ее тут так конкретно закрыли, слушайте, ее открыть не могу, о, все есть, вот такая. Attraction, женская, классный дизайн, ее нравится. О, крышечку попробую еще открою, я вам скажу. О, боже, какой офигительный аромат. Боже, древесные нотки какие вообще, девочки, это божественный просто аромат. Те, кто любит древесные ароматы, присмотритесь. У меня, например, в моем парфюмерном царстве преобладают в основном древесные ароматы. Вот этот вот я и заказала, потому что он древесный. Когда его понюхала, просто умирала от этого аромата. Также пришел вот такой вот каталог шестой. Вот такая вот распродажка. Миленько оформили эти вот яблочко и какая-то створи свое тело, вот такая вот брошюрка, ну и конечно же пакетики вот эти вот милые. Так что да, это был весь мой заказ. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем до скорых встреч. Пока.